Как говорится, с корабля на бал, а в нашем случае из автобуса в аэропорт Казани. Вооружившись ручками, блокнотами, диктофонами, студенты Казанского федерального учились работать на пресс-подходах, брать интервью и ощутили себя в роли настоящих журналистов. А площадкой проведения пресс-тура стал аэропорт Казани, где его сотрудники познакомили студентов с работой таможенной службы. Чаще всего встречаются нарушения, значит, превышение норм ввоза алкогольных, табачных изделий. Это наиболее встречающиеся нарушения. Студенты учили задавать вопросы, работать со спикерами. Все это нужно для того, чтобы знания, которые начинающие журналисты получили на лекциях, они смогли применить и в жизни. Решили сделать пресс-тур, причем акцентирую, учебный пресс-тур, в ходе которого наши студенты учились на деле брать интервью, работать в пресс-подходах, акцентировать внимание на деталях. Будущие журналисты познакомились и с работой кинологического отдела татарстанской таможни. Узнали, что таможенный контроль и оперативно-розыскные мероприятия проводятся с участием служебных собак, которые специально обучены на поиск наркотических и денежных средств. Что интересно, собаки, когда чувствуют опасный объект, просто садятся рядом с сумкой. Тем самым дают понять сотруднику, что там находится что-то запрещенное. Студенты подчеркнули для себя все самое интересное. Познакомились с информацией о ограниченных перемещению вещей, увидели, как работают интроскопы, предназначенные для выявления оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов, и многое другое. А самое главное, получили бесценный опыт, который им пригодится в будущей профессии. Каких-то моментов, тонкостей и подробностей работы именно с прессой я не знала до этого момента. И вот здесь очень здорово, что Лисана Ильевна нам именно вот объяснила, как правильно нужно журналистов расставлять, чтобы никто там никому не мешал, чтобы все было грамотно, какие вопросы задавать, как подготавливать спикера непосредственно к интервью. По результатам пресс-тура каждый студент должен будет сделать материал и показать на деле, чему он научился. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.